Сегодня в Доме дружбы народов состоялась научно-практическая конференция, посвященная памяти заслуженного деятеля культуры Республики Татарстан и Чувашской Республики, основателя и первого руководителя национально-культурной автономии татар Чувашской Республики Ферита Гибаддинова. Его не стало в июле этого года. Неожиданная смерть стала тяжелой утратой для его родных и близких. Ферит Гибаддинов активно развивал национальную культуру, сохранял обычаи, традиции, много сделал для продвижения татарского языка. Он был инициатором проведения в республике народных праздников Сабантуй и Курбан-Байрам. Конечно, Фарит Абдуллович, он патриот своего народа, своего татарского народа. И, конечно же, Фарит Абдуллович, он был человеком искусства, он горевал и всегда переживал за искусство нашей республики и, конечно же, за наши традиции. Фарит Абдуллович был добрым, отзывчивым человеком. Межкультурный диалог продолжают теперь его последователи. На конференцию приехали ученые, писатели, поэты из соседнего Татарстана. Была представлена книга Ферит Гибаддинов «Урмаевская модель сохранения культурно-исторического наследия татар-мишарей». Звучали литературные, поэтические сочинения чувашских и татарских поэтов. Мы собрались сегодня вспомнить, кем же был Фарит Гибаддинов, посмотреть с разных ракурсов на жизнь, которую он прожил, на работу, которую он проделал за это время. Вышла книга воспоминаний. Кто знал Фарита Гибаддинова, пишут свои воспоминания. Завтра в селе Урмаево Комсомольского района на родине Ферита Абдулловича будут установлены две мемориальные доски в его честь. На детской школе искусств, которой он руководил много лет, и на Урмаевском сельском доме культуры. Ольга Семенова, Георгий Кривошеин, Республика.